Торжественное открытие станции метро «Стрелка» состоится 12 июня, в День России и День Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин на встрече участников предварительного голосования партии «Единая Россия» по выборам губернатора Нижегородской области. В те сроки, которые мы планировали, то есть на днях будет завершена уже приемка исполнительной документации, ввод метро в эксплуатацию. Соответственно, сейчас вот обсуждали с коллегами, когда сделать процедуру торжественного запуска. Предлагается это сделать в День города, День России, 12 июня. Торжественный запуск будет таким хорошим дополнением к праздникам.